Я Селиванова Виктория Дмитриевна, являюсь матерью трехмесячного ребенка Ярослава. От него отказался отец, Маслов Александр Викторович, который сейчас является кандидатом в депутаты Саратовской городской думы по округу номер 17 от партии «Единая Россия». Мы познакомились с Александром Масловым в мае 2020 года, и у нас завязались отношения. В августе того же года я забеременела от Александра, сообщила ему, что у нас будет ребенок. Я его сразу спросила, будет ли он признавать отцовство, на что предложил решать вопросы по мере поступления. В октябре, когда на УЗИ мне сказали, что с вероятностью 80% будет мальчик, я тоже сообщила ему. На этот момент у него уже было два сына. Роды у меня были назначены на конец марта. С Александром я обговаривала, что нужно купить ребенку до рождения, но он снова сказал, что сначала нужно родить. Роды я оплачивала сама, попросив его лишь купить коляску. Но он так ничего и не купил. 20 марта этого года у нас родился сын. И эту прекрасную новость я сообщила Александру из роддома и прислала фотографии маленького ангелочка. В роддоме у меня запросили справку о группе крови отца. И Александр не знал ее точно и пошел сдавать анализы. На выписке Александр не присутствовал, хотя знал и место, и время. В отдел ЗАГСа он отказался ехать, но обсуждал со мной, как назовем нашего общего ребенка – Ярославом. Свое отцовство он фиксировать отказался, мол, у него предвыборная кампания. После того, как я записала ребенка только на себя, Александр практически перестал выходить на связь и занес меня в черный список в своем телефоне, дав понять, что ребенок ему не нужен, и чтобы не было огласки из соображений экономить денег и времени. Попытки связаться с ним не увенчались успехом. Между тем, у моего сына возникли проблемы с глазом. Нужно было делать срочное зондирование, но до его отца было просто не достучаться. С марта по сегодняшний день Александр не видел ребенка ни разу, только по фото. В материальном плане не помогает. Судьбой и здоровьем сына не интересуется. В июле Александра Маслова выдвинули в кандидаты от партии «Единая Россия». Но на сайте «Праймерис» в биографии кандидата и видеопрезентации он заявляет, что он воспитывает только двух сыновей, утаив таким образом существование третьего. Меня зовут Маслов Александр, мне 42 года, я коренной саратовец. Проживаю в Кировском районе, воспитываю двоих сыновей, имею высшее образование, техническое, юридическое, управленческое MBA. Я обращалась к руководству Саратовского регионального отделения «Единой России». Пыталась достучаться до партийцев, ставила вопросы, как человек, отказавшийся от собственного сына, не интересующийся его жизнью вообще, может быть кандидатом в депутаты. Если ему безразличен собственный ребенок, как он будет относиться к избирателям и их проблемам? Я думала, в «Единой России» как-то повлияют на Александра Маслова, чтобы он хоть немного помогал сыну, ведь наша семья малоимущая. Но в партии отказались вмешиваться в ситуацию. Напротив, после моего обращения мне начали поступать звонки от незнакомых людей, которые делали угрожающие намеки с тем, чтобы я не пошла со своей историей в средства массовой информации. Поэтому я хочу попросить Дмитрия Анатольевича и Анну Юрьевну защитить права моей семьи, помочь моему ребенку, может быть, призвать к совести его отца с тем, чтобы он поступил так, как подобает порядочному мужчине, тем более, что его политический статус обязывает его быть порядочным. Ведь «Единая Россия» призывает верить только делам. Но пока дела Александра Маслова заставляют усомниться в том, что он человек достойный.